Первые результаты положительные. За 5 месяцев работы по исполнению антикоррупционного законодательства в области градостроительства и земельных отношений нарушений в сфере не выявлено, однако работать пока есть над чем. Тему обсудили на заседании региональной межведомственной комиссии по противодействию коррупции. По мнению чиновников, соблюдение всех предписаний поможет избежать многих проблем, в том числе и упростит процесс получения застройщиками земель под строительство. Губернатор об этом говорил в послании. Президент говорил об этом на прямой линии с населением Российской Федерации. Наша задача максимальным образом снять административные барьеры. Такая задача стоит. И мы за этим будем очень серьезно наблюдать. Да? И Минстрой в данном случае должны эту тему мониторить в ежедневном режиме. Если у нас будут такие проблемы, мы должны точно знать территории, где есть недоработки.